Всем привет на канале Алекс Яськова Лайф. Я сейчас нахожусь в Германии, мы здесь уже около 2 недель. В этом видео хочу показать, какую еду, вот сколько чего дают раз в неделю в помощь украинским беженцам фонд ТАФЕЛЬ. Здесь можно оформить, зарегистрироваться в этом фонде и получать раз в неделю вот такие пакеты с едой. Это практически бесплатно, либо полностью бесплатно, смотря в каком городе. Вот, допустим, в Аугсбург это бесплатно, Мимминген, рядом небольшой городок, это символически, я за это все отдала около 10 евро. Но это на самом деле раз в 6 меньше, чем если покупать в магазине. А теперь, так сказать, распаковка. Теперь я покажу вот эти сумки, которые я принесла. 3 больших достаточно сумки, на столе сладости. Смотрим. Первая сумка, я сейчас подробнее покажу, это овощи, фрукты. Вторая сумка, это хлебобулочные всякие вкусняшки, изделия. Третья сумка, это различные колбасы и орехи и все подобное. И также сладкое детям, что-то наподобие нутеллы Милка. Вот какие-то конфеты, причем Моцарт, Сникерс, Чупа-Чупс, дети это любят, Милка. И вот книжки еще даже. И вот что это за фонд. Как это выглядит. Вот ТАФЕЛЬ в Мимингене. И дата, когда на следующий раз они приглашают за продуктами. Теперь подробнее показываю. Смотрите, касательно хлеба. Различные свежие, вот они, вот мягкие выпечки. Сам выбираешь. Вот эти вкусные булки я пробовала. Вообще баварская выпечка обалденная. Вот эти вот булочки у них, конечно, соленые, причем супер. Так что мы набрали вот много-много-много. Еще там дальше, это на неделю, различных круассанов. И это все такой вот классный хлеб. Дальше перейдем к другим вот продуктам. Это орехи с, как с клюквой или чем-то подобным. Целый килограмм. Дальше финики. Вот финики видно. То, что было, кетчуп. Всегда ассортимент разный, поэтому, ну, в принципе, оно все нужно. Это какая-то типа салями колбаса их местная. Так, дальше. Барилла, спагетти. Вот это сливочное масло мы уже брали, кстати, очень вкусное. Вот это какое-то типа масло, паштет, что-то подобное. Сосиски. У нас дети едят сосиски. Соленые огурцы. Вот какие-то семечки и даже кешью. Вот это паштет. Это курица филе. И вот какие-то такие колбасы вяленые, сыровяленые. И вот такое вот все. Теперь дальше овощи. Огромный-огромный букет салата. Виноград. Вот еще, смотрите, сколько всего. Грибы можно выбрать. Там есть темные, есть светлые. Мы взяли такие грибы. Потом арбуз. Сейчас одной рукой не подниму. А нет, сейчас попробую поднять. Арбуз. Вот арбуз. Дальше киви. Персики, киви. Сейчас буду выгружать и быстро ускорять. Перец. Помидоры. Дальше персики. Перец, помидоры. Лук. Вот это картошка. Она вот так упакована. Цукини. Редис. Огурец. Лук. Вот это морковка. Она у них разная, кстати, разная по цвету. Чеснок, лук, киви. Вот они разнобрасывают совершенно разные овощи. Вот я дальше показываю. Помидоры, яблоки, помидоры. Киви, помидоры, яблоки. Так вот, смотрите, какой набор продуктов шикарный. Вот, это все явно в Германии вы с голоду не помрете, если вы приедете с детьми. Вообще в Европе. Это все дает бесплатно фонд ТАФЕЛЬ. Также я знаю, что если обратиться в этот фонд, в любой стране мира, он вроде бы международный, нужно найти именно ТАФЕЛЬ, вы будете получать вот такие корзины с продуктами бесплатно. Вот я показываю еще, как это выглядит. И вот тут еще хлеб. И вот все эти продукты. Так что голодными вы в Германии не будете. Специально сняла видео. Я хотела в этом видео сказать главное. Мамы, вывозите детей, потому что в горячих точках детям не место. Нужно сохранить им и вам жизнь и здоровье, и психику здоровую, потому что война. Дети не помогут там. Пожалуйста, вывозите их, есть чем кормить. В любом случае, на еду, на жилье здесь хватит и ее предоставят. И какое-то время, пока вот такая вот ситуация страшная в Украине, пока там война, нужно вывести детей. То есть вы не едете в никуда. Еда будет, крыша над головой будет, медицинская помощь будет. Я очень прошу, вывозите, эвакуируйте детей. Потому что это их психика.
Потому что вот реально то, что я вчера увидела в Буче и в Ирпене, и вообще то, что происходит, просто мы многое не видим. И очень важно, Украина – это прежде всего не только территория, это люди. Важно сохранить наших детей. Они будут тут сытые. Пожалуйста, выезжайте. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, распространяйте это видео. Всем мира, здоровья и добра.